писюнята. С вами Турбоёжик, мы продолжаем играть, вернее сказать, выживать в Расте. И сегодня, знаете, что мы будем делать, чем займемся? Мы будем строить мне второй дом. Или как я его назову, аванпост. Или как-то так. Знаете, где он? Вон он. Отсюда видно? Вон на том, вон камушке. Давно я хотел там сделать себе небольшую вышку. Давно я его приметил, воткнул туда шкаф и пока ставил его нетронутым. А сегодня зашел, набросал примерный чертеж домика. Ну, сделал я его из дерева пока что. Так что сейчас мы с вами берем все нужное, что нам нужно. А именно, камни, чтобы сделать его кирпичным. Во-вторых, берем топливо низкого качества, чтобы сделать нам печку. Ну, что еще возьмем мы? В принципе, железо мы можем там сделать, на месте. Я уже набил, камушки тоже набил. Давайте лук возьмем, на всякий случай. Пущай будет. Куртку я брать не буду, в принципе. Она мне не нужна. У меня там есть, вроде бы. Возьму кирку кирпичную. Дерево я тоже нарубил. Это классно, сапоги резиновые. В принципе, можно одеть, вот так вот буду в сапогах, железо. Да нет, наверное, железо мне не нужно. Ну что, давайте туда придем. Сейчас я выйду из своего основного дома. Черт, долбаная куча дверей наделал на свою голову. Но все-таки я пытался как-то укрепить свое жилище, поэтому очень много у меня дверей здесь. У меня вот еще кирпич есть. Вот этот я хочу взять, кирпичик. А весь возьмем его, в принципе, он мне не нужен здесь. Дом у меня готов. А, ну, что у меня здесь, топоры тоже не нужны. Ну, все, в принципе. Дерево у меня как там залезть? А, черт, мне же дерево нужно. Вот же хрень, топорик. Ну, давай. А, у меня же есть кирка. Да. Когда вайп? Постоянно этим вайпом пугают. Как же достали уже. Трудно, неужели, на сайт зайти посмотреть, как там обстановка, когда будет. Нет, нужно писать все. Возьму кирку еще по камню, да. А, может быть, в костре есть? А, маловато. Ночью. Да ладно, что, серьезно, что ли? Ночью вайб будет? Что-то я не верю. А вы верите? Не знаю. Может быть, и будет. Эти вайпы постоянно. Ах, блин, может быть и не будет все-таки, может быть мы с вами еще поиграем. Мне понравился этот домик, очень сильно понравился. Я хочу сделать еще один маленький домик, я хочу поиграть на этой карте, я хочу, чтобы не было вайпа. Я хочу мира, не хочу войны. Ту-ту-ду-ду-ту-ту-ду-ду-ду. Да, можно тоже сказать про вайп. То он есть, то его нет. Ладушки, пока у нас все нормально, давайте все-таки сделаем этот домик. Вот мой основной домишко. Блин, кстати, на крышу я поставил ящики. Потому что после обновы крана можно было опять делать, да? Представьте себе. Ну, потом, спустя где-то час исправили. Теперь их снова нельзя делать. Но вот эти вот час или где-то два часа можно было краны делать. Ну, потом пофиксили. И, кстати, через окна нельзя пролазить. Это мой трупак. Тоже пофиксили. Так что... Кто любитель был по окнам полазить, все, обломайтесь. Теперь вам это дело предстоит выполнять только в соседских домах, когда за яблоками полезете. Ну что, давайте забегаем сюда. Закрываем. В принципе, что, давайте я свет включу сюда. Вот так вот. Лампы накаливания у меня нету, поэтому я поставил здесь пока что такие костры. Вот мой шкаф. Я его воткнулся, он стоял один здесь совсем. На этом камне. Я его типа забил, это мой камень. Обделал я его просто деревом, вот здесь 200 хп. А, 250. Хераш себе. Эти обновы не перестают меня удивлять. Поставил сюда шкаф, чтобы территорию расширить в ту сторону, и поставил большой ящик. Ух ты, сколько же у меня здесь ежик, сколько же ты набил. Да-да-да, чтобы вас, родных, не смущать этим процессом долгим, мы сейчас с вами построим домик очень быстро. Так, давайте печку сделаем. Поехала.
Все, отлично. Теперь берем, что берем? Чертеж у меня есть. Берем киянку. Есть. В принципе, так. Отлично. Давайте сначала обделаем хотя бы первый этаж. Вот, смотрите, теперь какие штучки-дрючки. Топорик. Это у нас деревом. Такая вот лопаточка. Это у нас кирпичом. Ключ гаечный. Обычный металл. И вот эта вот болгарка по железу. Титановая стена будет. Но мы пока что сделаем кирпичную, понтоваться не будем. Мы же не любим понтоваться, правильно? Ты чё, какие понты? Эй ты, не колоти понты. Оле-го. Вот так вот, припеваючи, мы с вами отстраиваем домик. Я знаю, вам нравится это дело. Так, стены мы здесь обложили в этой стороне. Теперь мы приступаем к этой стороне. В принципе, мне тоже нравится строить дома. Но, черт возьми, эти вайпы просто доставляют народ. Хочется все-таки подольше поиграть на одном месте с одним домом. Ну, ладушки, время покажет, будет вайп или нет, но пока что все нормально, мы играем. Ну, давайте что, обложить. Да, можно, в принципе, обложить кирпичом мой шкафчик. Вот так вот мы его укрепим. Отлично. Ну, смотрите, класс, у нас первый этаж получился. Блин, вообще классно. Это мой запасной домик. Печка готова. Значит, печку мы будем ставить с вами на втором этаже. Залазим сюда. Здесь я тоже, как видите, соорудил уже небольшой такой проектик. И давайте печку воткнем. А, куда мы ее поставим? Давайте вот сюда вот в угол. Вот так вот воткнем. И здесь мы шкаф сейчас тоже заделаем кирпичом. И, соответственно, вот здесь вот стену заделаем. И пока что здесь окна. Что нам с окнами делать? Давайте все-таки поставим, наверное, сюда решетки. Правильно это будет? Как же меня напрягает этот синий цвет. Как же напрягает. Дерево закончилось. Печально. Но у меня здесь есть. Я же подготовился, народ. Я же не просто так. Все в порядке. Пришли, подзаправились деревом. Ох ты, черт, вы смотрите. Блок исчезает. Сейчас залезу, а он исчезнет потом. Очень интересно. Прям мистика какая-то. Ну ладно. Надеюсь, с этим разберутся. А, не понял, почему решетки исчезают. Я же вроде поставил. Вот так вот. По 200 дерева тратится на них? Ну охренеть просто. Что-то мне жалковато столько тратить. Надеюсь, они не исчезнут. Вроде пока что стоят. Ладушки, давайте... А, в принципе, пол можно и не обделать. Давайте с вами стены лучше обделаем, потому что их всякие умники, которые здесь бегают, их здесь очень много. Могут с луком стрельнуть и развалится наша стена. Так что мы... О, решетки падают. Отлично просто. Просто отлично. Ну и ладно, будет у меня так. В принципе, у меня здесь не... Она не основная эта хатка. Так что... Ёжик свои ресурсы хранит в другом месте, а это будет моя, как бы сказать, перевалочная база. В принципе, я здесь хотел вышку сделать. Знаете, что еще хотел сделать? Соединить вот этот дом с моим основным домом, с тем большим, большим таким длинным мостиком. Я думаю, это было бы вообще просто прикольно и очень интересно. Не знаю, может быть, получится у меня это дело сделать. Получится провернуть столь нелегкую задачу. Время покажет. А пока что мы делаем, как вы знаете, второй домик. Форпост, как я его назвал. У меня тем временем кирпич закончился. Ух ты, а чё ж мы с вами эту печку не заправим? Давайте заправим, пусть железо вырабатывает. Пусть работает. И я забираю весь кирпич. Мы сейчас соорудим третий этаж с вами. Так, беру весь кирпичик. Пока вот так вот. Так, что у меня там есть? Ну, смотрите. Опять исчез блок. Офигеть. Мистика какая-то. Опа. Давайте синие тона. Помогите нам. Синие тона. Стоп, сколько у меня кирпича? Давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9000 почти. Ну, надеюсь, мне хватит на третий этаж. Давайте здесь пол все-таки застроим, чтобы покрасивее было кирпичом.
Так вот. С каждой обновой графику улучшают. А что постоянно что-то меняется. Печку загрузим, пусть работает. Я же работаю. Делаю домик. Она пусть тоже работает. Железки вырабатывает. Может быть, даже замок с вами успеем поставить. Ну все, понеслась. Что мы имеем? Мы имеем два этажа кирпичных. Давайте третий замутим. Так, где у нас будет вход на третий этаж? Я даже и не знаю. Везде у меня окна здесь стоят. В принципе, можно... Смотрите вид какой. С левой стороны, с левой стороны море, с правой стороны песчаные дюны, посередине стоит какая-то башня непонятной форме фалоса, да. Ну, это не столь важно, вы посмотрите, вы только гляньте. Вот этот дом вообще пустует, нужно туда наведаться как-нибудь. С этой стороны бескрайние пустыни, такой же океан. Ладно, что-то я заболтался. Может быть, сюда поставить? Да, давайте сюда. Какая разница, в принципе, да? Ну и делаем с вами, значит, третий этаж. Синяя палочка. Дай мне силы. Или как там говорят? Лунная призма. Дай мне силы. То же самое мы скажем про эти голубые тона, которые нам так радостно доставили разработчики. Я прям радуюсь, не нарадуюсь. Наверное, вы тоже. Ну что? Охренеть! Смотрите, смотрите! Нифига себе! Опа! Вот это да! Вот это да! Рушится все! Рушится! Бам-бам-бум-бам! Бум-бам! Ты чё, одна такая? Нет! На бревна развалилось все! Не, ну вы видели? Ну дела! Ну дела! Слушай, Алибаба. У нас с вами Алибаба в белых шортах и в зеленом. Ух, нихера себе. Он курочка, видели вы, как он курочку изобразил? И в зеленых резиновых сапогах. Ну-ка еще давай, попробуй. Потанцуй так. Потанцуй, потанцуй, танцуй, танцуй. Давай, помаши ручками. Курлы-курлы, я птичка. Курлы-курлы. Не хочет, может быть, выключить? Так, ну-ка давайте еще посмотрим. Не, ну вы видели, как он руками махал? Курлы-курлы. Ну уже! Махай, лысый дядька! Ладно, не хочет. Ну вы видели, да? Почему у нас не ставится в третий этаж? Давайте, если мы быстро поставим, вот таким вот образом сейчас покажу. А, быстро ставим. И сейчас улучшаем сразу кирпичом его. Упадет, нет, как думаете? Я вот тоже не знаю. Чё не хочет? Странное у меня место, похоже, здесь разлом земной коры. Магнетизм слишком давит. Уже не ставится. Зашибенно. Ну-ка, давайте. Сюда, давай, ставься! Что за хрень? Это невероятно. Вы видите глюки какие? Черт. Неужели сервак загибается? Ну ставься. Что ж ты делаешь с ёжиком, а? Сволочуга. И блок мой исчез. Охренеть. Ага, ага. Так, ну-ка быстро до кирпича улучшаем. Вот так вот. Упадет, нет, как думаете? Сейчас рядом еще поставлю. Вот так вот. Ну-ка. Оп. Вроде стоит пока. Ну, в принципе, тут потолок тоже не сразу упал. Да. Фейспалм. Мой домик разваливается прямо на глазах, вы гляньте-ка, а? Вы гляньте. Да уж, я поражен. Ладно. Что у нас здесь? Печка работает, в принципе. Можно еще дров подкинуть. Давай, жарься, парься. Вот так вот. Вроде пашет. Ладушки. Так, ну что тогда с этим домом-то делать? Два этажа только. У таких вот, без окон, без дверей. Чё за дом, блин? Мистика какая-то. Замка нету. Кирпича еще с собой, да хренище просто. Может быть, просто вышку сделать, попробовать? Ну а что? Давайте попробуем, в принципе. Так, это мы сюда выложим. Это, в принципе...
Тоже сюда, хотя не жалко, две осталось стрелы. А лук-то у меня где? Вот. Лук хотя бы есть. Вот так вот, кирпичик. Ну что, давайте пойдемте попробуем башню с вами сделать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. Слушайте, а может мне башенку сделать-то прям... прям в этом доме? Прям посередине. А почему, собственно, и нет? Давайте попробуем. Что нам нужно для башни? Нужно... Что нужно? Сам не знаю, что нужно. Блок вот так поставим. И... Что он нам даст? А вот так вот, если два блока ставить. То есть блока на блок залазить. Не прокатит. Нет, скорее всего, не прокатит. Если вот так вот еще... В принципе... Нужно будет тогда вот таким вот образом, да? Или вот так вот. А, они разламываются. Черт, смотрите, на куски рассыпаются. Охренеть. Черт, неудачное место для дома. Ох ты ж. Ах ты ж. Садюга. Ну, садюга. Что, я предлагаю вам тогда... Знаете что? Рвануть чей-нибудь дом от злости. Нас домик развалится с вами. Давайте тогда чей-нибудь дом рванем. Так, слезем. Черт. А, увидели, да, птичку опять изображал? Пойдемте добежим до моего дома сейчас. Я скину камни. Что-то жалко мне их терять. Пригодятся еще. И мы с вами сейчас найдем чей-нибудь домишко. И вынесем его к херам. Хотя бы одну стену. Вон мой неудачный аванпост. Давайте глянем, здесь много стоит домов. Ах, сволочуги настроили. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Пойдемте пробежимся, посмотрим. А вот в этом доме я был. Здесь я знаю, кто живет. Мы его трогать не будем. В принципе, там ничего хорошего и нету. Один лук лежит. Погнали дальше. Так, этот домик уже рейдили, это я знаю. Что-то вынесли даже нормальное такое, не знаю что. Но говорили путевое что-то. Уже восстановили его что ли уже? Железом, да? Тут кирпичи. Заложено. Похоже, дверь заложили сюда. Да, кто рейдил, он дверь потом, наверное, заложил просто-напросто. Железом. Железом они покатят. Нам нужен кирпичный домик. Давайте еще здесь поищем, посмотрим. Может быть, что-нибудь найдем. Да, вон пишут, строить нельзя. А, напишу, нет, рушится все. Похоже, нас с вами ожидает вайп, народ. Нужно спускать свои наделанные сишки. Нет, нет, только не это, скажете вы. И я тоже так скажу. Но похоже, да, вы сами видели, я не могу дом построить. Так, что у нас здесь, глянем. Зарейдены, что ли? Похоже, тут капкан стоит, смотрите. Специально капкан наставили. Ладно, погнали дальше. Ну, юмористы тоже играют, конечно, здесь. Бочку лутанем с вами. Может быть, рец на АК. АК выпадет. Да уж, на костер. Губу раскатал, да, ежик? На аку-аку тебе. Тебе, хрен тебе, вот тебе костерик. Давайте-ка вот этот домик посмотрим, что он из себя представляет. Сейчас добежим, посмотрим. Я думаю, две сишечки с вами мы в аккурат заложим сюда. Так, здесь кто живет? Ух ты, ни хрена себе. Ящики. Тут готовый дом. Собирайся и живи прям. Да. Но нам нужен вот этот домик. Давайте-ка глянем его. Железный тоже? Да, железный. Черт, нам бы кирпичный. А вот что это? Что это такое? Дом слэш. Че, рванем это? На дверь кину. 200 хп.
Ой, а это где, прям в скале, что ли, дом? Да, в принципе. Ладно, погнали, в общем, сейчас мы с вами добежим. А, вот еще домик. Добежим ко мне домой. Сбросим, значит, все ненужное. Так, найти бы его только. Где он находится, ориентиры. Так, вот здесь дом на камне. Сбросим, значит, все ненужное. Возьмем две сишки. Наверное, автомат возьму, куртку одену. Да, а это что, туалет, что ли? Смотрите. Толкан на камне. Все, ладно, бежим. Хватит угорать. Возьмем две сишки, возьму автомат я, на всякий случай, мало ли что. Жрачки у меня нет никакой. ХП мало, черт, а. Печально. А, вот нам, в эту сторону. Все, понял я, где этот дом. Вроде запомнил. И вынесем сейчас к херам эту дверь. Значит, подгадим. Дом номер один слэш, да? Подгадим мы ему. Вынесу дверь к херам. Ля-л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 я
его пока не будет, но похоже будет. Народ, не печальтесь. Блин, я сам огорчен. Мы даже с вами, наверное, неделю не поиграли. Ну, где-то недели есть. Жалко, конечно. Обычно перед вайпом такие глюки начинаются. В том смысле, что нельзя построить ничего. Все рушится, и вот опять. Что здесь у нас? Коробка просто. Ну, еще и лагает, отлично просто. Кстати, вчера я играл, тоже лагало по-страшному, провисания были невероятные. Так, мне нужно дерево нарубить, чтобы залезть. Вон мои антенки, два шкафа наверху. Давайте нарубим. Сколько мне надо? 200 вроде, чтобы залезть. 200 единиц дерева, и мы с вами залезем наверх. И сейчас вооружимся до самых зубов. Погнали. Странно, что никого сегодня не бегает здесь. Где все воюют? Может, в глубине пустыни? Да, лаги страшный народ. Очень-очень это все печально. Не успели мы с вами. Ну, в принципе, дом-то я отгрохал. Нормально все. А хотелось бы, конечно, поиграть в своем доме. Почему пилары ломаются? Да почему? Потому что все, народ. Вернее, чувак. Кранты. Строить нельзя. Да я знаю, что нельзя. Нужно быстрее залазить, иначе упадет сейчас все. Блин. Слишком много поставил. Черт возьми. Но здесь есть дерево? Нету. Вот же хрень, а. Давайте выбежим. Дерево набьем. И стены ломаются, и стены ломаются. Сервер даун. Да, все, сервер упал. Все в курсе. Поэтому я и хочу сишки немного потратить. 200 единиц надо, ежик, блин. Что ж такое невнимательный-то? Неудачная попытка построить домик тебя совсем огорчила. Да не совсем. Ладно. Есть немного чего скрывать. Так уж случилось, ничего с этим не поделаешь. Закрываем хотя бы дверьку. Так, все. Давайте залезем. Раз, два, три, четыре, да? А я пять построил. Открывайся. А, дверь-то открыта уже. Не вижу я, темно у меня совсем здесь. Включим с вами фонарики. Все, сейчас выгружаемся. Кирпичик сюда, в принципе, если ничего нельзя делать, зачем он мне нужен? На всякий случай оставим, может, все-таки установит. Надежда мало, но, блин, надо хоть о чем-то хорошем думать. Ладно, пойду я в этих штанах, пойду в этих резиновых сапогах. А где мое вооружение? Куртку? Да не, куртку не буду одевать. Тазик на бошку одену. Пошли, пошли, пошли наверх. Где же у меня шмотки-то, я не помню, забыл. Здесь, что ли? А здесь у нас только... Нет, это не то калаш вот. Так, берем с вами калаш. Патроны у меня вроде на втором... Ой, на втором. Каком? Даже на пятом, что ли?
Да тоже не то. Видели, кстати, как изменились пушки? Я имею в виду чисто визуально, графику поправили. Вот как. Какие-то страшные стали, не нравятся они мне. Ладно, берем с вами то, что хотели. Куртку не буду одевать, тазик одену. Так вот, тазик. И где у меня патроны? Наверху. Я же их всех наверх отправил. Давайте сейчас заберемся. А, мы уж с вами наверху почти, в принципе, быстро забрались. Вот они у меня здесь. В секретной комнатке. Открывайся. Отлично. Тут калаш есть. Тоже неплохо, в принципе. Здесь патроны еще есть. Есть. Ну, пусть остаются. У меня там болт еще, кстати. Перезарядим. Хорошо, все. Вроде вооружены. И самое главное, сишка. Где они? Сишки, сишки, сишки. Тоже где-то спрятаны за 5 замками, за 10 дверями. Сейчас найдем. Так. Здесь вроде. Я настроил здесь вообще просто очуметь. Показывал я вам, кажется. Каску. Нет, это я каску не буду делать. Вроде здесь сишки были. Ну-ка. Блин, все забаррикадировал. Хрен пролезешь. На ящик сначала. Потом сюда. Да. А, вот они. Сишечки. 3. А у меня вроде еще были. Пока я тебя оставлю. Ну-ка, стоп. Вот так вот. Дверь закрыли, а дверь у меня выкинул с комнаты. Вроде здесь еще были сишки. А, вот 2. Отлично. Есть, все. Так, сишечки родные, вы мои. Ну-ка, идите в ручки к ежику. Ладушки. Ну чё, все, я готов. Погнали выносить тот домик, который приметили. Выбираемся, свет гасить не будем. Ну, опять развалились. Да. Сервер, it's down. Ну, down не в смысле, а down. четыре патрона и в обойме еще 32. А, хватит. Если мне толпа встретится, что я сделаю, меня завалят. Надеюсь, я добегу с этими сишками, не профукаю их по дороге. Так, где тот дом уж? От этой высотки вроде направо где-то там был. Стараемся найти с вами. Вроде не забыл, но все равно. А это что такое еще? Ну-ка проверим. А, я уж смотрел его. Да, вон туда он нам, к скалету бежать. Нужно оглядываться по сторонам. Посмотрю, величу, вроде никого нету. А то копье прилетит в голову откуда-нибудь сзади. Любители здесь есть такие. Тихо. Хотел я вот этот дом рейдануть, но его потом обделали титаном. Вернее, сначала он кирпичный был. Хотел его лутануть. Его зарейдили, после этого обделали его титаном, так что... Обломался я. Кстати, теперь... Знаете, под сколько сносится сишкой? Со стены. По 250 хп. Охренеть, да? Вот так вот. Я сам офигел, когда узнал. Так что не 500. Вернее, не 700, как было с титановой стены. А 250. Чё за лаги? Как они меня доставляют? Так, где у нас этот домик? А, вот вроде добежали. Ну что, готовы? Сейчас мы к херам подорвем. Так, этот пока трогать не будем. Ну что, лепим? Валим! Валим! Глянем на взрыв давайте с вами. Будебам! Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Хоу-хоу-хоу. Куда мы попали? Что за хрень? Тут еще комната. Эй! Эй! Блин! Ни хрена нету здесь. Надо до конца добивать. Железные! Вот же... Черт! А стену если рвануть? Давайте стену. Валим. Смотрим. Бадабум! Фух! Фух! Чего? Охренеть, вы посмотрите.
кто палит. Да, вы гляньте. 250 хп снесло, как я и сказал. Это просто печально. Это просто печально. О, а дверь-то снесло у нас с вами. Охренеть. Ну-ка, ящик. Вот тут еще ящик есть. Я заработал. Смотрите, сколько. Ух ты, да я богат. Да я богат. Ну-ка, печки проверим. Ух ты, нихрена ж тебе. Сульфат. Ты ли это, роднуля? Дружок. Возьму я это. Да уж, моя добыча невелика. Тут еще одна стена, но у меня больше сишки нету. Дверь, конечно, бы я вынес. 200 хп. Вы прикиньте, чтобы теперь стену кирпичную снести, нужно две сишки, а не одна, как это было. Это просто... Да, 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 знаю. Вы ругаетесь, я тоже очень много ругался. Ну вот, да, видите? 250 хп. Охренеть! Охренеть! Шок. Да-да-да. Шока больше ничего, в принципе. А чтобы железную дверь... Вернее... Да хоть дверь, хоть стену снести. Вот эту вот титановую, вернее. Все путаю. Железная, титановая. Ну что, считаем, сколько надо? Две сишки, чтобы снести кирпичную стену. И плюс еще две? Да-да-да. Четыре! Охренеть! Охренеть! Четыре сишки нужно, народ. Чтобы захерачить вот эту титановую стену. Это просто жесть. Зачем так сделали, я не понимаю. Согласитесь, раньше интереснее было. Да, теперь с одной сишкой вообще ни о чем просто. Можно и не бегать. Ну чё, вот у меня вот две сишки было. Я вот, вот эту вот стену мог бы расхерачить, и всё. Ну, в принципе, зашел бы сюда. Интересно. Блин, может быть, вот это нужно было взрывать? О, чёрт. Ладно, на этом мы с вами давайте закончим. Я вам рассказал про сишки, пытался построить дом, но у нас разваливается. Зарядили мы домик. Чё мы в итоге заработали? 150... Знаете, что это? Нет, это не каша манная. Это жир теперь так выглядит. Да. Ну и все, вот останки человеческие. Кирку, которую я не хочу восстанавливать, кости, не знаю, каннибал опять вроде жил. Три мяса и сульфата 400, да уж. Просто добыча огроменная. Ну охренеть, вот я хочу этот дом редануть, мне что, блин, 4 сишки нужно. Охренеть, просто мое недовольство не имеет границ. Все, давайте, народ, на этом заканчивать. С вами был, как всегда, Турбоёжик. Повзрывали мы. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии. Не знаю, что будет дальше, но прорвемся. Не бойтесь. Пока.